как представитель группы ветеранов войны, полковник Басалин, слушаю я вас второй раз, и ваш прекрасный план, к сожалению, мы, наверное, не всех встретим. Но я всех оставшихся ветеранов, которые еще проживут, верьте этому человеку, я увидел в его глазах правду. И он... Спасибо. И он не болтает. Он говорит реально. Все, что он... Я его второй раз люблю. Все, что он рассказал нам, ни для какого права не сделал. Он сделает нас для нас. Я верю ему, и ветераны, отдайте свой голос именно за него. У него голос. Спасибо.